Возле Артемовской городской больницы номер 1 установлены дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку автотранспортных средств. Автовладельцев просят обратить внимание на нововведение и не нарушать правила дорожного движения. За соблюдением требований дорожных знаков будет следить экипаж ГИБДД. Об этом сообщили в Управлении дорожной деятельности и благоустройства администрации городского округа. На дороге установлен знак «Остановка запрещена», который запрещает остановку и стоянку транспортных средств. Также установлен знак «Работает эвакуатор». В Управлении дорожной деятельности и благоустройства напоминают, что ставить автотранспортные средства можно непосредственно на парковке возле Артемовской городской больницы номер 1 и хирургии. Также рядом расположена парковка возле торгового центра «Конкорд» и имеется верхняя стоянка, стоимость парковки на которой составляет 30 рублей в день.